Почему много половых партнеров не является чем-то классным и прикольным? Рассказываю. Особенно для девушек, к сожалению, так у нас случилось, что женщина — это начало всего живого, и женщина — это источник энергии, источник ресурса и жизни, в принципе. То есть, короче, чисто женщина, да, мужчина здесь вообще никакой роли не играет, да. Мне интересно, слушайте, ну, энергии, понятно, там, космическая, с ваджайной, они, короче, это все там пропагандируют, эти нумерологини, да. А источник каких ресурсов, я извиняюсь, сквирта? Сквирт производит регулярно, как бы, ну, не со всеми, как бы, да. Напишите, каких ресурсов женщина источник, а? И здесь такой момент. Чем больше у вас половых партнеров, тем меньше у вас жизненной энергии. Почему? Когда мы вступаем в интимную связь с каким-либо человеком, мужчиной, особенно если это разовая акция, так сказать, несерьезно, и мужчина не особо подходящий, наша энергия с любым человеком, связь, остается на 7 лет. То есть, когда вы думаете, что, ну, там, позанимались каким-то делом, и все, и пошли гулять, пофиг, пойду там следующего найду, и вы даже уже, может быть, и не помните об этом человеке, но ваша связь держится на этом человеке в ближайшие 7 лет. И этого человека вы подпитываете своей энергией. И поэтому, чем больше у женщин половых партнеров, тем больше у нее затрачивается жизненный ресурс. Почему так происходит? Потому что женщина, опять-таки повторюсь, это источник всего живого, это источник энергии, это проводник энергии. Всего живого, то есть там животных, коз, рыб, насекомых, короче, деревьев, растений, то есть, ну, всего живого, да, она имеет в виду. Мужчины, которые имеют много девушек, не скажу, что они кайфуют от того, что их девушки другие питают энергией, они тоже ее растрачивают, эту энергию, особенно если они вступают в такую связь абы с кем, ну, то есть не просто ему понравилась девушка, а вот ему, ну, вот просто захотелось, и кто попался, с тем же пошел делиться энергией. У него тоже эта энергия забирается, но, к большому моему сожалению, у девушек эта связь растрачивается намного сильнее. Ага. Поэтому не мне, конечно, вам рассказывать, сколько у вас должно быть половых партнеров, но просто для ваших знаний я вам говорю, если вы замечаете за собой, что у вас реально, вот реально мало энергии, у вас постоянно воспоминания о своих каких-то бывших и все так далее, вы должны просто немножко остановиться, понять, почему вы ищете много партнеров, для чего они вам. И, возможно, задуматься над тем, чтобы перестать это делать, потому что наша энергия — это ключ ко всему, и если ее вот так вот растрачивать ради удовольствия такого, не всегда приятного, бывают и неприятные моменты, а если еще и неприятный половой акт, то энергия уходит в 3 раза больше. Вот так. Неприятный половой акт, это как вообще, не пойму? Со скрежетом вошел, без смазки, что ли? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Слушайте, нет, Чайчик, конечно, молодец. Пускай лучше вот таким вот образом, но она пропагандирует тот факт, что по буям скакать это как бы, ну, не очень как бы хорошо для женщины. Да? Там, надо, чтобы умеренное количество было половых партнеров. Да, пускай лучше так. Ребят, ну откуда она такие факты берет? 7 лет остается привязка энергии другого человека. 7 лет, а кто это исследование? Ну это вот из той области, ребят. Почему я всегда говорю, ребята, что не надо верить женщинам? Она вроде бы как и правду говорит, ребята, ну понимаете, насколько она это преподносит напыщенно. Я источник всего живого на планете, то есть всех микробов, бактерий. Я согласен, да, как-то с одной Венерой пообщался, как бы там столько живого на конце осталось. Я извиняюсь, как бы пошел в кожевенный диспансер, как бы там всем отделом смотрели, блядь, и охуевали с этого. Сказать, ёпта, там целая планета зародилась у тебя, родной. Ты где лазил-то, ёпта? Понятное дело, что источник всего живого, там, да, вот там этих всех разных там непонятных букашек, насекомых там и бактерий, да, ну шучу, конечно, вот, 7 лет вот эта привязка, там, да, о, господи, откуда они это берут, мне вот интересно, где они это читают, я знаю, где это читают, вот этих нынешних психологинь, типа, да, там, связь матки с космосом, там, и так далее, и тому подобное, да, вот, источник всего живого, да, господи, это же прямая обесценка мужчин, ребята. Ну, она мужчину вообще никак не упомянула, да, здесь. Женщина это зарождение новой жизни, вообще источник всего живого на планете. То есть, я извиняюсь, а если мужчин бы не было, то тоже женщина была бы источником жизни, да? Да ни хрена, они все бы вымерли так же. Вот и все, потому что без мужчин...
все живое, ну, в скобочках, люди, я сейчас, ну, для нормальных, адекватных людей понимаю, то, что женщина – это источник жизни для людей, она хотела, наверное, сказать, да, не всего живого. Ну, окей, мужчина и женщина, они вдвоем, сливаясь, дают жизнь новому человеку. Ни у женщины без мужчины, ни у мужчины без женщины не получится родить новую жизнь. Не получится. У женщины может только в одном случае получиться, это только тогда, когда она сделала ЭКО, то есть искусственное оплодотворение. Ну и то, семя-то мужское, то есть его выдали, я извиняюсь, изначально, да, то есть там за 2000 рублей, как я тоже как-то ходил, сдавал пару раз. Ладно. Вот, а потом ей туда влили, как бы, да, вот и все. По-другому невозможно. Почему они этого не понимают, я хз. Я перестала общаться парень только потому, что узнал, что у меня растяжки на груди. Мяу! Но ведь это нормально! Это типа, ну... Она что, под солью, что ли? Гляньте на нее, что ее так корежит-то? Естественно, норм. Вы понимали, у меня грудь 5 размера. И типа, она big. И типа, это нормально. Хорошо, я у него спросила, тебе нравится не настоящая грудь? Такой, конечно же, нет. Так, во-первых, давай показывай. Мы не верим, что она big. Ну стоп! Определись, тебе нравится настоящая большая грудь или не настоящая большая грудь? Ты чем мне голову морочишь? Хорошо, начнем с самого начала. Какие девушки тебе вообще, в принципе, нравятся? И описание меня сподвигло на картинку маленькой девочки. Типа, мало макияжа, не пьет, не курит, не было половых партнеров, пухлые щечки, маленький рост и так далее. Я не могу понять, ты себе ищешь девушку или девочку? Типа, это не совсем нормально, когда у тебя запросы, как у педофила. Вполне нормально, что девушка может пить, курить, материться и иметь половых партнеров. Это нормально, как и у тебя! Я сейчас правильно услышал, что девушка может пить, курить, материться и иметь много половых партнеров, и это нормально, да? То есть мне не послышалось, да? Это в порядке вещей. Нет, в современном мире, в современном обществе, понятное дело, ну так бы это, ну, дегранты. Понятно. То есть, ну, девушка сидит на лавочке с бутылкой охоты, там, это, бутылкой Балтики девятки, с папиросой, с чинариком, да, как бы, растопылай рогатку, заходи, кто хочешь, и поливает всех прохожих матом, как бы. Это нормально в ее понимании. Слушайте, я думаю, что парень просто повод нашел от нее отклепаться, от так называемой девочки, да. Каким-то образом это с педофилией связало. Ты что, совсем, что ли? Ты маленькой девочкой. Это, по-моему, у тебя такие мысли вызвали, а не у парня. Парень просто от тебя откреститься хотел. Курит, бухает, хреново куча ёпарей было там и так далее, да, блин. Матюкает всех, как бы, это нормально, что-то такое. Фу на тебя, это нормально, что такое, братан, ты что расстроился в натуре, ёбанарот? Чинарик, дай потяну, да? Охоты дай бухнуть чуть-чуть, да? И она считает, что это нормально. Блядь, честно сказать, парень красавчик. Ну, повод нашел себе, как бы, там, растяжки на груди, ну, хрен его знает. Ну, главное, что убежал, освободился от этой нормальной девочки.